Друзья, привет! Рад снова вам вещать. Сразу предупреждаю, преувеличивать я не буду. Я говорю только то, что на самом деле у нас происходит. Российская армия – это отсталая армия. Российская армия – это большой мыльный пузырь. Российские вояки – это деморализованная орда, которая представляет угрозу разве что своим количеством. Все эти ВДВшники, морпехи, десанты, кадыровцы и им подобные удобряют наш чернозем. Я уверен, что армия Азербайджана, точно так же, как и наши украинские военные, смогли бы справиться с ними. Российская армия – неэффективная армия, немотивированная армия. У них нет единства, там много понтов. Друзья, если бы не обстрелы российскими искандерами и крылатыми ракетами, если бы нам помогли закрыть небо, мы бы их мочили по полной. Как говорил российский окурок, захвативший власть в России, мы будем мочить их в сортирах. Нам нужно еще недельки две, и мы их сделаем. Россияне никогда нас не победят. Я еще раз повторюсь, россияне никогда нас не победят. У нас сотни тысяч желающих добровольцев, которые готовы идти в бой. Все они мотивированные, все они ненавидят оккупантов и убийц россиян. Нам не хватает на всех оружия, но оружие постоянно поступает. Каким бы этот Запад ни был, но мы очень благодарны ему за то, что они обеспечивают нас оружием. С каждым днем мы становимся сильнее, а у московитов ресурсы заканчиваются. У них ракеты заканчиваются. Они не смогут нас победить, им никогда не взять Киев. Мы их выбьем из Херсона и из каждого нашего города и поселка. Мне вот интересно, кем будет прикрываться Армения, если от России скоро останутся только рожки да ножки?